И всем привет, с вами Паркет, и сегодня у нас будет вторая часть прощелкивания. Да, первая часть была вообще года два назад, ну, год назад, да. И была какая-то странная схема, то есть, как там было, я уже забыл. Так вот, да, вспомнил. То есть я просто врубал музыку и прощелкивал ее, и вы эту музыку слышали. И, в принципе, не могли разобрать, где щелк, где сама музыка. И в итоге тогда будет непонятно, что насколько хорошо и понятно это было. Так вот, вот я придумал такую схему. Я на один из гаджетов засовываю наушники. Ну, там, конечно, в Ютубе или где-то ввожу песню, которую я хочу прощелкать. И начинаю эту песню, а тут уже вам прощелкиваю ее. Сегодня будет песня из игры Undertale, Metal Crusher, если что, это тема метатона. То есть, когда вы сражаетесь с обычным метатоном, то играет эта музыка. Фух, погнали. Готово. Да, это довольно быстрая такая тема. Я думал, что это будет, конечно, подольше, чем минута или 3 секунды, но все же это оказалось именно так, потому что после того, как проиграла целая песня, то просто начинается заново все. Сейчас, наверное, сыграем другую, потому что, как я вижу, очень мало прошло, всего 3 минуты, так что давайте включим Spider Dance. Это тема Muffet. Ой, фу, куда-то сразу-то пошла. Да, это будет, конечно, уже потруднее, намного труднее, ведь это побольше. На 44 секунды побольше. Ой, я спалился немного. Да, на 44 секунды побольше, но все же и музыка-то сама более такая сильная, более частые биты всякие. Так что раз, два, три. Капли только начался.
Nailed it. Все. Да, достаточно трудно было. А, мои руки. У меня сейчас реально, у меня даже перестало толком нормально щелкаться. Вот эти последние там было вот это вот одно. После строку вот это вот. Но на этом мы пока что заканчиваем. Может быть, выйдет еще одна серия. Вот он, ком. Ладно. В общем, на этом мы заканчиваем. Всем удачи, всем пока.